подать заявление о голосовании по месту нахождения. Участники голосования, достигшие 18 лет и находящиеся не по месту регистрации, смогут легко проголосовать там, где они находятся, в любом удобном для них месте, будь это дачный, садовый участок или любая другая точка страны. Для этого надо подать заявление о голосовании по месту нахождения с 5 июня до 14 часов по местному времени 21 июня. В любом МФЦ, в любой территориальной комиссии, либо в электронном виде на портале госуслуг с 5 июня до 14 часов по московскому времени 21 июня, а также в любой участковой избирательной комиссии с 16 июня до 14 часов по местному времени 21 июня. Приходите в любой удобный день с 25 июня по 1 июля на выбранный вами участок. И не забудьте паспорт. Голосовать легко.